Городская библиотека Нерюнгри представила работы прикладного искусства. В столице Южной Якутии регулярно проводят мероприятия и выставки, на которых нерюнгринцам представляется возможность полюбоваться и узнать больше о разных вещах творчества и искусства. Лидером в организации таких мероприятий, без сомнения, является городская библиотека. В этот раз специалисты познакомили приглашенных с прикладным искусством нерюнгринцев, показали маленькие шедевры рукоделия, рассказали об истории возникновения и традициях изготовления некоторых предметов быта, одежды и даже игровых кукол. И кукла была до того хороша, что можно было играть с ней, и баюкать, и разговаривать, и ставить, показывать, какая я рукодельница, вот какую куклу сделала. Но все это было хорошо до тех пор, пока у куклы не было лица. Как только кто-то решался, а это были немногие люди, сделать у куклы лицо, то есть глазки прорисовать, да, губы, брови, то что происходило? Считалось раньше, что душа вселялась в эту куклу. И даже не душа, а дух. А вот какой дух селится, добрый или злой? Добрый может и не успеть, а вот злой только и ждет, куда бы вот вселиться и людям напасть.